Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. В
эфире Курск, спортивно-концертный комплекс, где сегодня «Динамо» принимает турецкий «Галатасарай» в рамках группового этапа Евролиги группа «Б». У микрофона Степан Данекин и, по традиции, Константин Чепиков. Костя, привет. Всем физкульт-привет. Да, второй тур Евролиги стартует, и вот мы в Курске начинаем первыми, как и в первом туре. Также, ну и давайте, пока тут остается еще у нас считанные минуты и секунды до начала встречи, я представлю вам команду гостей. 12 игроков заявки у команды Галатасарай на эту встречу. Под номером 1 сыграет Эда Сахин, номер 4 Сигмин Токмак, номер 5 Мелис Юльчан, номер 6 Мирай Болоту, номер 7 Мисра Албайрак, номер 8 Сюде Йолмаз, номер 9 – капитан команды Филин Пиквич, номер 12 – Анетта Штейнберга, номер 14 – Юзем Тюран, номер 15 – Кина Красинчик, хорошо известна болельщикам абсолютно всех команд, как Кина Йованович, игрок сборной Сербии. Под номером 23 у нас будет играть Мерве Айдын, и под номером 33 американская легионерка Челси Дюнжи. А «Динамо» Курск в десятером сегодня сыграет, и состав следующий: Наташа Ховард номер 6, Юлия Козик номер 7, Анна Буровая номер 9, 10 номер Эпифания Принц, Ольга Фролкина капитан команды 15 номер, Евгения Фролкина 16, Эва Лисец 38, Ника Барич 92, Аделина Байбурова 95 и 97 номер Елизавета Шабанова. Главный тренер команды Василий Карасев. И быстренько, чтобы соблюсти уже все положенное, бригада арбитров и комиссар матча. Комиссар матча из Белоруссии, а обслуживать будет следующая бригада: Дмитрий Стасиев, Молдова, Иван Радинович, Черногория, и Алкбар Хасанов из Азербайджана. Ну вот, собственно, можно начать. Команда Конечно, не со всеми, но... Ну, мне кажется, у турецких комментаторов проблем с российскими фамилиями.
Гранарич первый фол, first foul. Thank you.
Thank you.
Ambitious, elite, verbunden, united, inspiring, competitiva, ambiciosa, stylish, powerful, diverse, diferente, beraber, inspiring. Thank you.
Stay back.
Yeah!
Юлия Козырь. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Passionate, ambitious, elite, verbunden, united, inspirierend, competitiva, ambiciosa, stylish, powerful, diverse,
Diferente. Beraber. Inspiring.
60-58 впереди команды «Динамо». After the third quarter, the score is 60-58 в favor of «Динамо». Yeah.
Epiphany Prince.
Thank you.
победила команда «Динамо». The game ended with a score 78-76 in favor of «Динамо».